Привет, подключаемся, ребята, давайте. Привет, привет, Валерия, привет. Привет, Тони с вами. Ролик потрясный, ребята. Это наш ролик на Вальпургивую ночь. Привет, привет, привет. Продолжение час-чата. Яна, привет. Привет, Макс. Рина, привет. Настя, привет. Леха. Люцифер тут у нас тоже пришел. Ты мой хороший. Что я скажу? Давайте подключаемся, ребята, немножко набираем. 30 апреля это будет. 30 апреля, Санкт-Петербург. Привет, привет, восьмерки, привет! Восьмерки — это братство. Ну что, ребята, переключаемся, я думаю. Уже пора. Значит, продолжение час-чата у нас с вами. А я буду рассказывать про циферки вам. Всем привет, 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 Трескоп, привет! Ну что, будем разговаривать о цифрах с вами сегодня. Продолжение сейчас чата. Как звук, скажите, не мешает? Как по звуку? В очках четкие. А то, сегодня про цифры вам рассказываю. Как же без очков-то? Чуть тише, хорошо? О. Вот так, как, ребята? Как звук теперь? Вот, отлично. Ну что, в продолжении час-чата можно задать вопросы по цифрам, и Доня вам ответит на них. Весельчак Доня, ну не всегда. Я родилась 1.10.96. Кстати, я вам сегодня дам метод подсчета совместимости мужчина-женщина. Покажу вам на примере одной звездной пары. Ну что, начну. Меня зовут Донсков Артем, я специалист Бантеева Центр, спикер движения «Проснись». Продолжение час-чата. Разговариваем о цифрах. Постоянно сыпятся вопросы про совместимость. В конце трансляции я вам буду показывать подсчет совместимости мужчина-женщина. Ну а ко мне можно вопросы по кодам рассказывать. Наталья подключилась. Приветствую, Наталья. Наталья в студии. Так, 4.01. Четверки, четверки, четверки. Четверки, иголки, колки, подобно учителям, старым преподавателям в очках, которые у вас. А сейчас я вам покажу четверочку. Четверочка, где ты моя хорошая? Четверки, иголки. Я не буду показывать. Четверки — это, ребята, вот как раз на меня похожие. Четверки — это компьютерные гении. Четверки настраиваются на вашу волну и понимают ваши законы моментально. Четверки — это гениальные детективы и гениальные преступники, потому что они знают, как работает мир, как устроена вселенная, как управлять тем, что создается. Если у тебя, если ты носитель кода 3-4, вперед в полицию, вперед в суд, вперед в юристы, ты будешь там лучшим. Секостембр. Донсков читает рэп каждое утро в Перископе, ребята, не забывайте. И я прошу, кто подключился, поделитесь трансляцией со своими друзьями, потому что в конце трансляции я буду давать совместимость мужчина-женщина, совместимость партнеров в любви. Уже подобрал для вас звездную пару. Муравьи про двойки. Муравьи как цифра 2. Пашут с ночи до утра. Вот это цифры двоечки. Двоечки, а еще двоечки — это вот так. Двойки — это лебеди. Вспомните школу. Вспомните школу. Было самое ужасное — принести двойку в своем дневнике. Меня зовут Донсков Артем, специалист Бантеева Центр, спикер движения «Проснись». Привет всем, кто подключился новым, ребята. Я разговариваю о цифрах, я нумеролог. 24 марта. О, да ты классный персонаж. Кто это? Рину, 24. Я рожден тоже 24 числа. Так, прощай, Сергио 1. Заблокировать. Магический тебе. Я теперь энергию ЦИ познаю. Один знающий человек сказал: наличие и отсутствие. Следующий трек. Мудрые высказывания у Дони тут разговаривают. В
включу тречок. Ну а что? Расскажу 30-е о тройке, о троечках. Люди-носители кода, две тройки, три тройки. Тройки любят поболтать, деньги все свои просрать, как правило. Вот люди, которые имеют в дате рождения две или три тройки, вот вы не контролируете свой финансовый поток. Троечки. Троечки. Я вам покажу сейчас, как выглядят троечки. Троечки – это вот так, то есть это речь, болтовня, деньги, сплетни, а также троечки – это серверы, то есть тройки, это те люди, которые хранят неимоверное количество информации в своей голове. Но единственный момент, мой личный опыт общения с людьми-тройками, они знают очень много, но используют знания всего лишь на 30-20%. То есть говорят о многом, а если погружаться вглубь вопроса, там уже у ребят начинаются проблемы, потому что это не шестерки, ведь шестерка... шестерка, она более полноценна, чем тройка. Но шестерка задрала, гениальная она. Я как-то рассказывал в своих трансляциях про Григория Яковлевича Перельмана. Вот он как раз и гений. Где Даша? Даша в Ковене где? Дома Даша? Что, ребята, давайте я дам совместимость отношения мужчина-женщина. Я сегодня почитал одну звездную пару для вас. Одна звездная пара, и это... И это Анджелина Джоли и Брэд Питт. И сегодня я вас научу, ребята, высчитывать свою совместимость с партнером. Так, возьмите ручки все. Возьмите ручки. И пишем. Вот Брэд Питт. 18.12.63 год. Как считается совместимость в отношении мужчина-женщина? Считается по единичкам и по двоечкам. То есть, выбирая своего партнера, вы должны посмотреть, сколько в дате рождения. 4 единицы, 5 единиц. Значит, вам нужен мужчина-двоечник, у которого есть дата рождения хотя бы 2 или 3 двойки. Это обязательно. Есть такой случай, когда единичек и двоечек равное количество у человека. Это значит, что этому человеку будет подходить только точно такой же человек с равным количеством единиц и двоечек. К чему я это все рассказываю? Девочки, мои хорошие, вы маленькие, милые, вы все знаете, что первая любовь. Мне девочки очень часто пишут, как мне подобрать мужчину, где мой мужчина ходит. Я скажу, чтобы подобрать себе мужчину, смотрите на количество единиц и двоек, а также на конечные цифры. Я вам напишу дату рождения из головы. 24.05. Видно, где я пишу? 24.05.1986 год. Что мы делаем с этими цифрами? Мы просто складываем их. Проставляем везде плюсики. До получения... итоговые цифры. 2 плюс 4, 5, 6, 11 плюс 5, 6 плюс 5, 11, 21, 29, 35 у нас получается. 35. Это конечное число, но нам нужна конечная цифра. Мы получаем восьмерку. Вот этому человеку будет подходить партнер 7, 8 и 9 с таким же кодом носителя. Чем отличается число от цифры? Число может быть от 11, от 10 до бесконечности, до миллиардов, до триллионов. А цифра, она одна, от 1 и до 9. Что, мои хорошие? Я с вами прощаюсь до следующего часа чата. Я научил многих сегодня подсчет делать. Я вас приглашаю всех,
ко мне в группу, чтобы вы узнали, как делать подсчет. Потому что у меня проходил вебинар «Цифра». Вебинар «Цифра». И я там рассказываю о полностью о подсчете дат рождения человека. Как высчитывать, чтобы вы полностью знали, кто ваш партнер, какие его качества, насколько он должен быть активен и насколько вам подходить. Но я с вами прощаюсь. Всех целую. Меня зовут Донсков Артем. Я спикер движения «Проснись», специалист центра Натальи Бантеевой. Найти меня можно вот в этих ресурсах. Вот в этих «Контакт», это мой клуб, там мы общаемся, и там вы можете найти видео с вебинара «Цифра». А также я там веду обсуждения, со мной можно пообщаться прямо в группе. Что, целую всех. Давайте, ребята, до следующего часа чата. Завтра подключайтесь ко мне в Перископ, буду читать рэп-зачин. Давайте, ребята.